В 7 утра по Москве фашистами был нанесен авиаудар недалеко от Харциска по поселку Нижняя Крынка. Очевидцы сообщают, что попали в местность возле детского лагеря «Барвинок», и, возможно, и в сам лагерь. Они отчетливо видели клубы дыма. Ожидаем подробности. Ночное наступление украинских карателей на город Ясиноватое в Донецкой области силам ополченцев удалось отбить. Об этом сообщил министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков. Из-за обстрелов и повреждений объектов энергоснабжения Луганск уже несколько суток остается без электричества. Власти считают, что городу грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время специалисты не смогут восстановить подачу электричества. Премьер-министр Луганской Народной Республики Марат Баширов заявил, что питьевой воды в ЛНР хватит на 10 дней. Ополченцы Донецкой Народной Республики, отразив штурм Шахтерска, перешли в наступление и нанесли серьезные потери 25-й аэромобильной бригаде воинской части А-1126 Вооруженных сил Украины. Каратели были окружены, подкрепление и снабжение к ним не пришло. Ополченцы вели огонь из артиллерии. Убито более 20 украинских карателей.